Всем привет, народ! Меня зовут Шет, и сегодня мы с вами поиграем в игру Theme Park Tycoon 2 от Roblox. Да, я смотрю, что вы любите Roblox, и вы мне многие советовали вот именно вот эту вот игру. Так что мы давайте, ребят, посмотрим, что она из себя представляет. Так, Start New Game. Окей, я, кстати, создал нового персонажа, и теперь он у меня такой, видите, похожий на персонажа из Лего. И он теперь мужик, а не баба. Мужик, а не баба, это круто. Так, привет, пареньки, чё, как жизнь? Так, Райтс, что значит Райтс? Тикапс. А, это аттракционы. Мы сходу можем поставить какие-то аттракционы. Интересная дичь. Так, могу ли я это закрыть? Закройся, пожалуйста. Я не хочу это ставить. Вот, да, спасибо. Эй, скип туториал. А, мы не можем скинуть туториал. Короче, мы можем только установить что-либо куда-либо. Окей, нам нужно установить это сюда. Ладно, поставил. И вход в аттракцион. Ладно. Короче, мы здесь будем делать собственный парк аттракционов. Я не знаю, как это будет выглядеть. Не знаю, что в итоге получится, но почему бы не попробовать? Так, все аттракционы требуют очередь. Ну, место для очереди для гостей. И так, нажмите на pod button to get started. Pod button. Вот это вот. Сюда нужно нажать. А, нет, вот сюда. Путь. Это вот типа очередь. Тропинка. А, тропинка. Я понял. Так. И нам нужно выбрать очередь. Тропинка для очереди. Окей, поставил. А это у нас тропинка для выхода, да? Пав, просто путь. Типа вход сюда очередь, выход отсюда. Окей, и закройте это меню. Закрыл, ладненько. Нажмите, так, он был try to open the menu. Ладно, нажал и открыл это меню. Такс. И right state. Это, короче, режим аттракциона. Open. Аттракцион открыт. Ладно, супер. Гостям также нужно где покушать. Где покушать? Так, расположим это здесь. Ладно. А мы не можем это расположить, нам нужно это повернуть. Ага, повернул. Так, а вы выполнили туториал, и теперь вы можете нажать play. Ладненько, нажал play. Ну что ж, мы походу сейчас продолжаем и будем делать свой собственный парк аттракционов. Так, я хочу отменить вот эту вот штуку, я не хочу ее строить. Ага, просто закрыли. Супер, теперь у нас есть аттракцион чашечки для детей. Понятно, ладно. И здесь у нас есть место, где мы можем, где люди могут покушать, похавать и так далее. Что ж, у нас есть 9000 денег и 5 посетителей. Хорошо, что у нас за вот эти вот лайки, что за лайки? Нажмите так, cannot like. Вы не можете лайкать свой собственный парк. И никто пока его не лайкнул. Интересно, это могут реально люди делать или только посетители-боты? Надеюсь, посетители-боты. Такс, ну что ж, давайте сделаем побольше новых аттракционов. Люди любят аттракционы, я думаю. Так, спираль слайд. Ну, давайте сделаем спиральный слайд где-нибудь вот здесь, чтобы это круто смотрелось со входа. Так, чтобы люди такие заходят и сразу видят. Так, это вход, это выход. А теперь нужно сделать тропиночку. Тропиночка. Тропиночка для очереди. Так, готово. И путь для выхода. Готово. Супер. Ребятки, заходите. У нас теперь 12 посетителей. 12 посетителей, это неплохо. Так, и мы, по идее, можем получать бабло. Get money. Это за соревнование. Сохрани свой парк. Ну ладно, давай, да, я сохраню свой парк. Хорошо, Seven Park, прикольно. То есть я могу там перезайти и будет снова тут у нас парк. Хорошо, давайте сделаем лучший парк аттракционов на свете. Однозначно вот эта центральная дорожка должна быть более широкой. Вот это вот говно. Ну, это должно быть как-то зациклено, чтобы здесь у нас будет хавчик, тут будет у нас круг такой из дорожки. Давайте что ли его сделаем. Так, заборы не, пока давайте без заборов. Давайте сделаем из коблстоуна дорожку. Ну ладно, из коблстоуна это из камня. Каменная дорожка. Но я не хочу каменную дорожку, я хочу сделать деревянную дорожку. У меня будет парк тематический парк аттракционов. Так, дерево. А, нет, слушайте, дерево, это, короче, это фаст... Ну, это фудкор должен быть на дереве. Ладно, давайте сделаем, короче, вот здесь дорожку из дерева. Почему она 13 баксов стоит, я не понимаю. А, да, она стоит 13. Я думал, что она стоит 10. Окей, дурачок, я не заметил. Ладненько, сделаем такое большое место, где у нас будет всякий хавчик продаваться. Так, хавчик будет здесь продаваться. Окей, и... О, можно так быстро переключаться. Прикольно, удобно. А, и дорожку из коблстоуна. Вот так вот, вот так она будет обрамлять. Так, готово, круглую дорожку мы сделали, и теперь надо сделать тут хавчик, чтобы люди могли больше чего-то есть. Так, пицца. Ну, слушайте, пиццу я хочу, чтобы она продавалась пам-пам где-нибудь, наверное, вот здесь. Вот прям люди заходят, такие видят: пицца!
и мороженое. Вот тут у нас, короче, фудкорт. Наверное, я зря так делаю много сразу. И тут фри. Идеально. Просто best of the best. Ладно, теперь нужно сделать аттракционы, чтобы люди приносили нам свое бабло. И только после этого можно уже будет делать дальше. Так, обзорная станция. Короче, родители пока хавают пиццу, дети будут играть вот тут на... Не знаю, крутиться, короче, что-то обзор станции. А, обзор станции. Идеально, в центре парка, супер. Так, тут вход, тут выход. И нужно сделать дорожку к этому. Немножко непонятно, зачем нужно делать это вот очередные дорожки. Но, ладно, окей. Так-с, парк станции готов. Ну что, ребята, всем хавать, всем гулять, всем ходить тут. Давайте, давай, давай, ходите, ходите и покупайте у меня все-все-все. И катайтесь на аттракционах и приносите мне бабло, я буду... О, у нас есть другие аттракционы. Есть еще более... есть роли-костеры, это всякие аттракционы с американскими горками. Есть у нас вот такие более жесткие intense rides. Это типа интенсивные, ну ладно, типа опасные, наверное. Не знаю, тут тебя будут крутить очень сильно людей. Они будут блевать, ходить, а потом будут ходить кушать и снова блевать, и это вообще будет идеально. Ой, ладно, шутеечки, конечно, я говорю, шутеечки, ребят, но все равно. Так, давайте поставим аттракцион, чем и нет. И нужно сделать выход из него и вход в него. Пам-пам. Почему очередь отсюда? Непонятно, ну ладно. Видимо, нужно было как-то развести это место. Ну ничего страшного. О, господи, гляньте, сколько людей катаются на этих аттракционах. Даже очередь здесь образовалась. И неплохо. Они... Интересно, у нас бабло только уменьшается, оно что-то не увеличивается. Я хочу, чтобы его было как-то побольше. Так, ребят, вы на аттракцион сможете зайти? Или как? Так, не знаю, я убрал ворота, короче, с этого аттракциона, и фиг знает, как будут ли люди сюда приходить, и смогут ли они отсюда уйти в случае чего, этого я не знаю. Но давайте делать дальше, что мы можем сделать в парке еще? А у нас есть, так, Динохэт, воу, какие-то типа крутые, наверное, какие-то крутые закусочные. Давайте поставим их больше здесь. Эй, больше закусочных, и комната от, туалет, туалет за мороженым. Нет, давайте сделаем туалет где-нибудь вот здесь, в уголочке. Типа люди такие заходят и, ну, чтобы они, знаете, когда покушают, и сразу не видели тут туалет среди всего, и случайно в нем ничего не покупали. Так, мы здесь можем сделать, что мы можем тут сделать? Так, покрасить землю? Нет, покрасить землю не хочу. О, столики! Идеально, слушайте, столики — это вообще best of the best. То, что мне нужно прям. Давайте поставим здесь столик, раз. Так, сейчас развернем столик и поставим вот здесь столик 2. Типа у нас тут будет, я не знаю, ну, 3 столика. Чего бы нет-то, короче. Вот так вот упорото. А, блин, зараза, не надо было ставить здесь столик. Так, убираем столик. Нам нужно теперь, короче, путь, дорожка. И теперь нужно сделать сиденье вот так. Оп! Короче, вот так. Вот так вот сделали, все у нас стало теперь хорошо, да? Все, 4 сиденья, люди будут сидеть, хавать, будут довольны и счастливы, и все у них будет супер. Так, бабло, что у нас, 3500, нам нужно, наверное, больше аттракционов. Почему-то вот сюда люди не ходят. Эй, люди, почему вы вот не ходите в обзорную башню? Эй, почему? Что не так? Что мы еще-то не сделали, чтобы вы сюда ходили? Так, ладно, давайте сделаем калиточку. Нам нужна какая-нибудь красивая, ну не калитка, а решеточка, чтобы это выглядело красиво и как-то по-стильному. Вот, деревянная решетка, идеально. Типа, почувствую себя в парке имени деревни. Так, короче, не знаю, как-то нормально это выглядит, нет? Ой-ой-ой, куда это меня понесло? Стой, брат, ты чё? Что происходит? Эй, вон, гляньте, это такая... Это похоже на очень-очень-очень быструю ленту конвейерную, на которой мы перемещаемся. What the fuck? Так, ладно. Почему-то у нас в парке нету лайков. Где людям объявить, чтобы они ставили лайки? Не знаю. Не понимаю. Чего они ставят лайки? Так, фудкорт. С фудкортом у нас все нормально. Люди ходят хавать. Они стоят в очереди, они довольны. Это хорошо, это здорово, да. Так, ладно, нам нужно больше аттракционов. Короче, давайте сделаем все аттракционы, которые только возможны. Чашечки у нас есть. Вот эту спираль у нас есть. Обзорный таур есть. Вон, винтажные машинки. Винтажные машинки. Ну, давайте поставим их где-нибудь вот здесь. Люди должны в них ходить. Вау, what the fuck? What the fuck? Это что мы делаем? Эй, что это мы делаем? Это... А-а-а, ёлки-палки. Не, отмена, я не хочу это делать. Это типа, это рельсы, блин, это рельсы для машинок. Да, надо удалить, да, удалить. Все, спасибо, удалил. Это, видимо, какая-то машинки на рельсах, что?
кастом трек, типа начало, это вот на, это вход, да? Ну давайте сделаем вот здесь такую большую. Вот так вот, давайте отсюда начнем. Дальше. Сюда. Теперь нужно ее повернуть. Господи, какая она большая. Повернуть. Теперь дальше. Я не знаю, надо, наверное, прямых сделать две тоже. Так, две прямых и снова поворачиваем. Давай, раз. И два. Все, замкнули. Надо теперь вход сделать. Так, вход на машинке здесь. А выход на, с машинок, ну, наверное, вот здесь вот давайте поставим. Ай, черт. Так. Все, вот так сделали, все вроде нормально. Это выглядит очень странно. Сейчас нам нужно сделать проход. Проход для очереди. Так, очередь здесь, все идеально. И теперь просто дорожку. Очередь не меняется, да? Да, очередь не меняется. Все, по идее все логично. По идее люди должны сюда ходить. Не уверен. Я уверен, что это работает, потому что в эти аттракционы почему-то люди не ходят. Что нужно сделать, чтобы они сюда ходили? Ребят, можешь написать в комментарии, что нужно сделать. Я, конечно, постараюсь разобраться, но почитаю в комментарии и буду 100% уверен, куда мне нужно пойти и что мне нужно поставить, чтобы люди начали ходить на мои аттракционы. Да я дурачок, я же не открыл все аттракционы. Давайте-ка будем их открывать. Я же поставил кучу аттракционов, а открыто у меня только это, и поэтому люди катаются только здесь. Вот и блин. Короче, open. Давайте, все аттракционы open. Эй, давай, open. Right must have at least one entrance and exit. Ага, нужно не вход и выход. Ладно, удаляем. Давай, удаляем аттракцион. И сейчас поставим его снова. Открываем аттракцион. Все, аттракцион открыт. И теперь должно быть посетителей больше. И посетители должны видеть, что аттракцион работает. Черт возьми. А я думаю, в чем проблема? Почему я их нет? Почему в них никто не ходит? Это странно. Так, давайте. Все, все аттракционы открыты. Сейчас должно посетителей стать побольше. Разве что с мусором вопрос остался нерешенный. Почему-то они все тут решают засирать. И мне приходится это убирать. Я хочу ставить аттракцион, я не хочу убирать мусор. Я не хочу его убирать самостоятельно, постоянно. Так. Че, люди у нас ходят на аттракцион? О, аттракцион работает, здорово. Так, куда еще люди ходят? Ребята, ребята, вон сюда ходите, смотрите, клевый аттракцион. Давай, Азия, иди туда, Азия, иди туда. Вот ты, елки-палки. Ладно, давайте попробуем поставить им табличку. Я тут видел, тут были, короче, таблички-указатели. Текс, вот. Это табличка-указатель, типа, иди туда, там будет клевый аттракцион. Давайте вот тут поставим ее. Все, вот так, син. Не знаю, можно ли самому на них что-нибудь там показать или нет. Ну, короче, поставим две таблички. Посмотрим, это поможет или нет. Так, могу ли я что-нибудь на них написать? Hey. О, можно написать, типа, туда иди. Туда иди. Ну, почему бы и нет, туда иди. Короче, можно поменять цвет, да? О, можно поменять цвет, теперь у нас как раз еще будет синее, вот, бело-сине-красное. Как российский флаг. Так, хорошо. Хорошо, во, аттракционы работают, и вроде бы они стали приносить бабло, да? Да? Ну-ка, у нас 2 600, 2 649, 2 659, 2 669. О, посетителей становится больше, уже 25 визиторов. Здорово, здорово, аттракционы работают, можно радоваться и тусить. Ладно, но венцом нашего парка, наверное, должен быть какой-нибудь роллер-костер. Я должен создать какой-нибудь мега-крутой роллер-костер. Господи, я сделал это, такой небольшой получился роллер-костер, но это пипец сколько денег, во-первых, стоит, а во-вторых, это реально сложно было такое сделать. Короче. Так, нам нужно поставить выход сюда, готово, и подвести дорожки. Боже, тут достаточно серьезная сделана тема с кастомизацией нашего парка, и елки-палки, я надеюсь, что у меня все получится. Так, мы можем изменить цену на этот аттракцион, давайте попробуем. Короче, нам нужно поставить цену, давайте поставим цену, я не знаю, в $50, чтобы люди за $50 приходили на этот аттракцион и катались. Так, $50, давайте тестинг. Я могу ли... Давайте проверим, вообще сработает ли он или нет. Вроде я все сделал правильно. У нас вот тут подъем на этих, на цепях. Такие поднимаемся. Дальше будет спуск. Давай, пожалуйста, заработай. Заработай так, вау, давай, поехала. Да, нормально, экстрим, экшон. Так, сейчас должен заехать. Есть, она заезжает снова на цепи. Конечно, это без петли всяких там, без всяких петель жестких, мертвых, но, по-моему, выглядит годно. И реально, бабла это стоило немерено. Оп, и остановилась. Супер. Короче, теперь надо открыть его. Ну-ка, ребята, все на новый аттракцион. И, кстати, мы реально можем цены менять, я не знал этого. Так, цена $10, хрен там был, ребят, давайте-ка за 25. Такс.
Ну, чашечки давайте дешевыми оставим. Вот этот аттракцион тоже надо подороже сделать, чтобы людей было побольше. Так, давайте, 16 долларов. А, 16 долларов никто не хочет? 15 долларов? Эй, ребята! Понятно, люди могут просто перестать ходить на аттракцион, если он будет слишком дорогой. Так, 51 посетитель у меня. Давайте 15 баксов поставим. 51 посетитель, я что-то как-то скатился. Было 60, а теперь 51. Эй, 50 посетителей. Чё, никто не хочет на этот аттракцион? Да ладно. Ладно, хорошо, давайте снизим цену. Давайте снизим цену до 35. 35 долларов. Так, 35 долларов, кто-нибудь готов? Да ладно, чё такое? Чё вы, ребят? Офигенный же аттракцион, эй. Блин, слишком дорого. Ладно, 30 долларов. Эй, 30 баксов за то, чтобы прокатиться на офигенном роликостере. Давайте, ребят, давай. Не стесняемся, не стесняйся, давай. Давай, Стефани. Стефани, твою мать, иди на аттракцион, слышь? Чё, серьезно, а? Блин, ребят, да вы гоните. Я столько денег сюда вбухал и сил, пока его делал, и вы сюда не ходите. What the fuck? Смотри, просто не подходят люди. Может, это из-за мусора дело? Давайте уберем мусор, я не знаю. Может, реально они все боятся мусора? Так, все, мусора нет, давай. Эй, чуваки, сюда. Быстро на аттракцион, сказал. Твою мать. Давай 20 долларов, что за херня? 20 баксов, ребят. Это вам что? Вы что, серьезно, да вы гоните? Ладно, окей. Слишком большую цену загнул. Короче, давайте. Снизим цены. Потому что что-то наши люди перестали ходить на аттракционы. Вот на этот аттракцион кто-то ходит? Нет. Они смотрят, ваша дорогая цена и уходят. Давай 12 долларов. Так, на этот аттракцион люди ходят. На этот аттракцион люди ходят. О, там кто-то поехал. Ништяк. Такс. Ну-ка. Ну что, у нас 48 посетителей, 47. Нам нужно больше. Больше посетителей. Ладно, давай 15 долларов. Хорошо, 15 баксов, ребят. Да твою мать, вы чё? Вообще борзель. Ладно, все, давай на халяву. Блин, 10 долларов, все, окей. Давай, 10 баксов за аттракцион. Ну, во. На том аттракционе стала появляться очередь, значит, людям стало это интересно. Так, эй, ребята, все сюда. Все сюда, мать вашу. Вот мусорки, нашел, господи, я нашел мусорки. Ничего себе, долго искал, но нашел. Ништяк. Давайте поставим мусорки везде, где только можем их поставить. Давай сюда, короче. Слишком много мусора у нас в парке. Нам нужно, чтобы люди выносили мусор. Так, ну они, конечно, вряд ли будут его сами выносить. Но можно сделать их самим. Ну, в плане, можно вынести это все самостоятельно. Так, больше. Парк растет. Парк гроун. Интересно, что он гроун, не знаю, но мусорки, это однозначно нужно где-нибудь сделать. Вот сюда, везде, короче, мусорки, давай. Много мусора должно быть. Потому что люди срут везде, где только могут срать. Это вообще пипец какой-то. Так, теперь настало время убрать наш парк. Твою мать. Я вроде вычистил весь мусор, господи. Это заняло у меня полчаса своего времени. Это пипец какой-то. Слишком много люди срут. Ладно, значит, надо сделать так, чтобы им было куда выкидывать мусор, чтобы ни в коем случае они его не бросали на улице. Блин, пипец, потому что реально. Надо, короче, много поставить мусора. Много мусора. И, слушайте, вообще реально очень много людей стало у меня в парке. 71 человек, офигеть. А всего лишь стоило выкинуть поставить мусорки и вычистить весь мусор. Годнота! Фух! Наш парк — это классная вещь. Осталось сделать освещение, наверное, чтобы люди были еще более довольны. Давайте. Сейчас поставим освещение, и, наверное, можно на этом заканчивать будет эту серию. Потому что, ну, такой у меня получился небольшой парк. Очень, мне кажется, уютненький. Как вам кажется, ребят, если вы считаете, что он уютненький и приятненький, то пишите комментарии. И пишите комментарии, чтобы вообще сюда еще добавили интересного такого. Текс. Вот так фонарик. Сейчас, короче, нам фонариков поставить, реально, чтобы тут было совсем все уютно и хорошо. Текс. И люди будут довольны. И я буду доволен, когда люди будут довольны. Короче, вот так ставим фонарь. Вот так ставим фонарь. Вот так фонарь. Слушайте, ну, по-моему, нормально. По-моему, реально, да, достаточно светлый и милый, приятный парк получился. Такс. И вот тут можно фонарь еще впихнуть. Так. У меня 70 посетителей. Я думал бы довести до сотни, но надо поставить еще пару аттракционов, и, в принципе, все. Потому что схема рабочая, деньги приносят, люди довольны, людей становится больше, бывает становится меньше. 69 посетителей. Интересно, почему 69? Давайте посмотрим отзывы. 68 посетителей. What the fuck? Какого черта? Так, ну вроде счастье у всех. I love this park, I want to ride Spiral Slide. Want to sit down for a while. 67. Ну ладно, люди уходят, 68. Люди приходят, уходят. Надо, короче, ставить новые парки, аттракционы, надо ставить новый фастфуд, и все будут довольны. Вот такое видео по вот это вот
Парк Тайкун. Если вам понравилось, вы хотите больше, то пишите об этом в комментарии, ставьте пальцы вверх. А на этом пока все. Если вы здесь первый раз, то подписывайтесь на мой канал. Мы с вами увидимся тогда в следующем видео. И всем удачи, друзья. Всем пока.